Итак, как вы знаете, скоро Новый год, поэтому сегодня мы будем украшать класс. И я вам сейчас покажу, что пока у нас получилось. Всем привет, ребят! Сегодня у меня на завтрак потрясающие тостики, кусочки хлеба с помидорками, с сыром. Здесь яблочки с корицей. Вы реально так оставите? Да. Ну да. Ну хорош. Да, Настя, куда? Вылези! Жизнь жестока. Да, хватит меня пропагандировать тут. Что это такое? Короче, у нас сейчас пропуски, но нас попросили проверить по литературе по капитанской дочке за 8 класс. Вообще без боя. Я хорошо знаю капитанскую дочку, обращайтесь. Ой, Тихон! Здравия желаю! Короче, зацените мой ужин. Во-первых, вот такие вот соленые огурчики, картошка, курочка и французская горчица. Кстати, почему-то полюбила. Вот, буду кушать. Короче, ребята, да, не обращайте внимания, у меня мокрый волос, потому что только что помыла голову, и да, я в пижаме, потому что я как бы собираюсь спать. И я сейчас хочу вам сделать небольшой обзор того, что мне пришло сегодня. Итак, во-первых, это потрясающий корсет, и я очень довольна, я очень хотела давно себе корсет, потому что у меня есть пока только жилетка-корсет, и вот мне нужен был именно такой. Он, конечно, так нормально утягивает, я не ожидала, но, по-моему, здесь можно немножко расслабить, короче, я довольна. Советую покупать, и да, если вы хотите, я прикреплю в описании ссылочки на все товары, которые заказывала, хотя я все удалю из корзины, ну ладно, разберусь. Далее мне пришло вот такое потрясающее колечко, опять же прикреплю на него ссылку, и сейчас покажу вам его поближе. Еще мне пришло вот такое вот колечко на пальчик, типа знаете, вот это вот. И оно не для меня, но для моей сестры. Еще мне пришел вот такой вот беретик для моей подруги на Новый год, буду ей его дарить. Он пока что вроде бы ничего такой, распаковывать не буду. Надеюсь, она не посмотрит этот влог. Итак, если это видео смотрят мои друзья, пожалуйста, промотайте это видео. Далее для моей подруги тоже пришли вот такие вот колечки, тут их... разучилась считать 6 штучек, они очень классные, качественные, поэтому надеюсь, ей понравится. Еще пришла моя сережка, сейчас вам ее покажу. Да, кстати, пришла одна, но вы знаете, у меня проколото всего лишь одно ухо вот это. Оно тут, кстати, вставлено в такой вот пенопластовый квадратик. Еще у меня пришли 2 вот такие вот сережки, карточки, вот так вот носить, правда, на одно ухо, но в целом мне очень нравится эстетика карт, поэтому да, я заказала себе вот такие вот, тоже покажу вам поближе потом. Еще для моей подруги пришел вот такой потрясающий, просто офигительный белый шопер. Я сейчас его распакую, потому что хочу вам показать, какая картинка. К сожалению, этот обзор не будет полностью супер довольным, потому что мне пришла вот такая вот майка. Я заказывала ее для своей подруги. Во-первых, это размер XL. Такое ощущение, что это размер M. Ну ладно, ничего страшного, это мы опустим. Это ожидаемо от Алика, но блин, качество вот это вот. Как клеенка.
И качество тоже. Не знаю, видно вам или нет, не знаю, как через экран передать. Ну, качество такое себе, конечно. Чистая синтетика. Грустно, конечно. Поэтому я не знаю, что делать. Дарить эту майку или не дарить. Потому что качество, конечно, расстроило. Пожалуйста, проголосуйте в подсказке. Потому что я реально не знаю, что делать. Ну ладно, в целом я всем довольна. И мне было очень приятно все распаковывать. И да, вы, наверное, когда смотрели здесь небольшую нарезочку того, как я все распаковывала, было посылок в несколько раз больше, чем то, что я вам показала. Но, к сожалению, показать все я не могу, так как там еще есть часть заказов моей мамы. Так что вот.